Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. День памяти и скорби в Чувашии традиционно начался с возложения цветов к вечному огню. 80 лет назад началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней. Она вошла в каждую семью. Кто-то ковал великую победу на полях сражений, кто-то трудился в тылу. В память об их мужестве, стойкости и отваге к монументу славы возложили цветы. Акция «Помните, люди» собрала на Красной площади сотни людей. Каждому из нас есть кем гордиться и по кому грустить. В этот день мы думаем и о величайшем подвиге наших земляков, строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, об их погибших мужьях, нерожденных детях. Вместе женщины и дети каждое утро шли на окопы, неся за пазухой обед, кусочек черного хлеба. В память об этих краюшках, спасших сотни людей от голодной смерти, выпущен хлеб сурский. Каждый, кто купит его, сможет поучаствовать в создании мемориала строителям оборонительных рубежей. Помня об этих событиях, мы становимся сильнее и мощнее, и способны преодолевать сегодняшние вызовы. Порою эти вызовы нам кажутся очень сложными, тяжелыми, непреодолимыми. Но когда мы их сопоставляем с теми, которые были в то время, сегодняшние порою кажутся ничтожными. На мероприятии памятной медалью, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, наградили Егорову Любовь Андреевну и Николаеву Галину Матвеевну. Ульяна Пятакова, Дмитрий Макаров, Александр Атиков, Республика.